Всем привет, с вами Геймпад. Это уже пятый выпуск проверки игрушек с вами. И сегодня я проверю игру, которая называется Slender Sam. Я, конечно, долго за нее не хотел браться, хотя она выиграла третье призовое место на разговоре, что же сделать, на голосовании. И все-таки я решился сделать на нее обзор. Погнали. Мне уже не нравится эта игра своей мрачной атмосферой. Да, кстати, те, кто хотят скачать эту игру, если вы ее качаете, то готовьте свои нервы не к тому, что появится резко Слендер, а к тому, что, как вам сказать, просто иногда может резко выскочить надпись «Вы проиграли». Вот. Давайте тупо вставим. И все. Кто-то ходит. Да, это мы. Но давайте просто я тупо встану и сам замолчу. Мы будем одновременно крутиться. О, я уже вижу вторую записку. Поэтому давайте лучше подберем ее. А, вы это видели. В углу был Слендер. Умри. Дай. Сумасшествие. Ребята. Я не для этого сделал этот выпуск сегодняшний таким. Потому что сегодня будут именно игрушки про зомби и про все такое прочее. Но никакого не имеющие к другим жанрам. Ну, кроме аркад. К примеру, Into the Dead. Игра всем известна. Очень хорошая. У меня уже все открыто. Давайте хардкор. Кстати, могу скинуть ссылку на такую версию игры, потому что эта версия отличается от всех тем, что она, как бы сказать, посмотрите в этот участок экрана. Вообще тут у меня постоянно 9 820 000. Но деньги не тратятся. Но если захотите, я могу ссылку кинуть на эту версию. А открыто также у меня... Ну, их покупать точнее все здесь надо. Уровни открывать тоже. Ох, блин. Да ну уже. Бля. Был самый первый мертв. Ну, она, конечно, немного потрясает на пропусках миссий. Но это ничего. Миниган. Итак, М4А1. Ну, как пишут создатели этой игры. Хотя на самом деле это М16А4. Ладно. Да, кстати, ребят, не могу сосредоточиться. Ладно. Ребят. В общем, представьте так, что... Что... Короче, сегодня будет в группе не совсем другая разборка. Сегодня я буду задавать опрос, который не касается игр планшета. Вы просто должны мне будете ответить на одну вещь. Поэтому зайдите и ответьте, пожалуйста. Особенно те, кто любит игры Call of Duty и Battlefield. Бля. А, это же хардкор. Поэтому я не узнаю карту. Ладно, переходим к следующей игре.
который называется D3. Все играли в эту игру, без исключения, я уверен. А те, кто не играли в нее, говно. Я в этом тоже уверен. Да. Ну, не до конца, конечно. И вот нам, после всех обновлений, нам теперь надо будет с самого начала играть в это гребаное казино. Да, кстати, всегда просите не бар, не джекпот, вот этот 270. Не бар, не 7, а колокольчики. Да, колокольчики. Я выбрал карту, на которой у меня больше всего рекорд. Ну ладно. Нет, вы не думайте, что я такой дебил, потому что у меня оружие первого уровня. Нет, она у меня прокачанная. У меня страйкер первого уровня и скорпион, блин. Кстати, вот этот зомби-апокалипсис. А что здесь делает чувак? Что он тут забыл на этой карте? И, кстати, меня бесит вот эта музыка на заднем плане. Наверное, и она и вселяет в меня ужас и страх. Послушайте просто. Нормально. Хотя бы оглядываться можно. А не крутиться на месте. Ну послушайте музыку, которая заставляет нас обосраться. Ай, б... Ладно. В общем, вся эта беда закончилась. Но, ребят, вы подумайте, чего ж такой маленький выпуск и каждой игре так мало внимания? А теперь, что вам сказать-то на это? Ребят, не бесите меня такими комментариями. Хотя вы все равно не пишете к моим видео. Я же это знаю. Ладно. Да. Кстати, скоро на этом же канале будет появляться новое видео, которое соответствует программам. И в том видео я буду обозревать только программы, но к ним касаются такие же игры, как гитары, вот эти барабаны, вот это все прочее. А не просто программы, от которых только польза. Ну ладно. Какое же мое последнее мнение? Мое последнее мнение такое. Наркотики, курение и пиво. Это очень плохо. С вами был Геймпад. Вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите меня. Пока.